Ну, теперь бурные, а продолжительные аплодисменты. Я хочу только лишь два слова дополнить, буквально одну минутку, и мы начнем наше феерическое выступление. Вы должны понять, что мы на два месяца раньше играем это все. То есть эта программа, которую сейчас детишки будут играть, она готовится, вообще говоря, к маю месяцу. Мы решили это сделать все пораньше, для того, чтобы побыстрее вы все вышли из состояния пандемии, вот этого вот всего, значит, да? И чтобы немножко какой-то кусочек праздника у вас был. Праздник у нас сегодня как бы продолжение 8 марта. Поэтому всех девочек, женщин, мам, сестер, бабушек, всех поздравляю от всей души с женским днем. И вот этот наш небольшой, будем так говорить, не только родительское собрание, но и концерт, это будет как бы наше такое вот поздравление, почему мы пораньше и решили это все провести. Детишки у нас все очень способные, очень талантливые, но у всех разная степень готовности, у всех разная психика, у всех разное, как бы это сказать, устремление родителей вас. Да? Поэтому все играют не совсем так, как ну, хотелось бы мне, во-первых, а во-вторых, не все одинаково. Ну, мы все не одинаковые, кто из нас толще, кто-то тоньше, ну, я тонкий, например, да, изящный, да, а кто-то еще какой-то. Поэтому у всех разные возможности, у всех разные способности. Мы здесь все талантливые, все друг друга любим. Прошу быть снисходительными и благожелательными. Теперь мы начинаем наше выступление. У нас будет сейчас играть мальчик первый класс, Мрыкин Саша. Саша, видимо, хороший. Григорий Тарович, да. Можно еще несколько слов то, что говорится вам в каждом концертном зале и в каждом театре? Отключите, пожалуйста, средства мобильной связи или переведите в бесшумный режим. Очень коротко, очень понемножку у нас сейчас все детишки что-то сыграют нам. Будет выступать сейчас Мрыкин Саша, у вас есть программки у всех, да? Да? Пожалуйста. А поклониться? А поклониться, Сашенька? Вот, а поаплодируй. Симфонической музыки. Это симфоническая свита Шахерезада. Также шедеврально сейчас Эрнест нам сыграет. Давай. Thank you.
Грачева Юля у нас второй класс. Играет танец Микакова из балета «Даита». Это такой был композитор русский. Георгий Конюс. Он написал балет на японские мотивы. Это был первый случай в истории русской музыки, когда на японские какие-то народные темы была написана какая-либо вообще музыка. Вот отсюда сейчас будет кусочек, фрагмент балета этого. Лев,
четвертый класс будет играть вариации из балета «Пламя Парижа» Бориса Асафьева. Вот такой теоретик музыки и композитор. Давай. Географического представления синкопика 29-й год. Thank you.
нас выступает Гемединова Даша, 6 класс. Она будет играть балладу Юрия Саульского. Называется «Печальная баллада». Thank you.
легкий, многострадальный. Дело все в том, что Мусоргский — это наш великий русский композитор, который лет на 150 опередил свое время. И вот сейчас можно послушать, если бы я не сказал, что Мусоргский, то можно было бы подумать, что это какой-то современный композитор, даже джазовый. А это человек, который писал в середине 19 века, опередив свое время лет на 150 приблизительно. Называется произведение «На южном берегу Крыма». Это пьяное произведение, я сделаю переложение. Так, все остальное. Давай. Thank you.
Одну часть сыграет, есть такой французский композитор Жером Нале. Его есть произведение, называется «Маленькая латинская сюита». Латинская имеется в виду латинский квартал Парижа. Ну, вы все знаете, как бывает. Одну часть сыграет. Филатов Алексей, это тоже дипломник наш, который единственный, наверное, скорее всего, если не передумает, будет поступать в музыкальное училище и продолжать свою карьеру.
поэтому он играет немножко на другом уровне, у него очень тяжелая ситуация семейная, он живет со мной в одной квартире, поэтому он занимается каждый день по дому. Ну и вот сейчас как бы он к нам сыграет, так сможет. Thank you.
Сейчас у нас небольшая пауза, оркестранты на сцену, все занимают свои места. Может быть, Ирина Викторовна хочет какую-то черту, как директор, подвести под нашим первым отделением нашего туристского выступления. Уважаемые родители, я хочу сказать большое спасибо за то, что в ваших семьях есть правильная ориентир воспитания ваших детей. Не прибавить, не убавить. Мы все слушаем сами. Наши родительские собрания, которые мы делаем в марте и в апреле, всегда посвящаются тому, чтобы вы увидели труд ваших ребят, как они осваивают программу, как они внедряются. А я специально сказала родителям, чтобы вам помахивали ручкой. А я сейчас буду смотреть, куда они смотрят. Это о том, как они осваивают программу, о том, как они ухитряются, считайте тождественно, что как ухитряется семья учить в двух школах этих детей и показывать не просто какие-то средние результаты, а результат индивидуального исполнительства. Это дорогого стоит. Большое вам спасибо. Потому что то, что никогда не пропадет ни в какой формации, ни при каком строе, ни при каких правителях, это то, что останется в ваших семьях, в вашем роду. Это вот это образование, интеллигентность, умение слышать и слушать музыку, а стало быть и слышать жизнь. И самое главное, что эти дети никогда не смогут прожить без музыки. Низкий вам поклон, что вы детей привели сюда. Мы хотим сейчас вам представить оркестр. Это самая высокая, знаете, в музыке самая высокая черта, вершина, которая возможна. Оркестр и хор. Когда все исполнители, как бы они хорошо ни играли, умеют ладить, они играют слаженно, они играют в коллективе, а значит, они не одинаковые. Руководитель оркестра Елаян Григорий Эдуардович. Три произведения. Первое произведение – это классическое джазовое произведение. Автор Бенни Голсон такой был, американский саксофонист. Называется «Не шепчи» произведение.
попурри, которое это я 2 года назад написал. Это компиляция, как, ну, как все попурри, да, из песен советских композиторов о войне. Называется «Эх, дороги», потому что все песни, все произведения, которые собраны в это попурри, они, все эти песенки, произведения, все о дорогах. Почему о дорогах? Потому что мой отец прошел всю войну, он музыкант был. У меня тоже было тяжелое детство, такой же, как у Леши. Был в корняке, закончил консерваторию, но перед этим он прошел всю войну в составе 3-го Сталинградского механизированного корпуса. И воевал под Сталинградом, форсировал Днепр. Я говорю: папа, а что было, говорил, когда он был жив, что самое тяжелое? Он говорит: дороги. Не бой, не кровь, не смерть, а дороги. Потому что по 100 километров, это трудно себе представить, люди шли пешком, в мороз, в жару. Кто отставали, их пристреливали, свои офицеры. Вот что такое дороги войны. Thank you.
выступление маршем Семена Александровича Чернецкого, основателя военно-крестовой службы нашей страны, тогда российской, как это называлось, РКК, рабочей крестьянской Красной Армии. Но это была все равно наша армия, так же, как и белая, и все остальные, да? Он написал марш танкистов еще до войны. Сейчас мы вам его сыграем. Который невозможно записать
Эти ноты можно расшифровывать только пальцами, только душой. И это можно передать только вживую. Литературу можно прочитать, картину можно посмотреть, архитектуру можно, архитектурными сооружениями можно любоваться, а музыкой можно любоваться только душой, только живым. Низкий вам поклон всех. Григорий Эдуардович. Домой собрался уходить, профессионал отыграл и домой быстрее, все, правильно? Пусть привыкает. Да, молодцы. Ты готов? Точно? От тебя многое зависит. Thank you.